Кирилл, ну, в принципе, я как у тренера спросил, играли-то очень неплохо, подвела результат, реализация. Но, на твой взгляд, вот вчера вообще была огромная разница, сегодня вы смотрелись намного лучше. Что не хватило вчера, там, сегодня, в чем не доиграли, где не доработали, наверное? Ну, думаю, ребята некоторые не собрались, и из-за этого были большие ошибки. Да, может, кто-то не доспал, где-то еще что-то произошло. Не испугало, не смутило то, что все-таки вы едете к Каустику. Это клуб, неважно, что он высшей лиги, но он второй в России по титуловности после чеховских «Медведей». Ну, не знаю, как ребята, но лично меня это не испугало, потому что я знал, что ну, опытная команда, можно от нее больше опыта набраться. Вот после вчера минус 22, да, вот о чем говорили в раздевалке, как настраивались на сегодняшнюю игру? Потому что сегодня мы совсем другую игру показали. Ну, тренер разобрал некоторые ошибки, объяснил, как их исправить. И вот так все и пошло сейчас. И скажи, насколько тяжело играть, когда один вратарь в заявке? Да, не сильно тяжело, даже как-то легко дается. Не волнуюсь, что тебя могут в любой момент заменить. Ну и какие у тебя личные цели? Все-таки я всем игрокам из молодежной команды задаю вопросы, неважно из какой, потому что общекомандные цели, они известны. Какие-то личные горизонты для себя определил? Ну, хотелось бы сначала в гандболе чего-нибудь достичься, а потом уже дальше на будущее смотреть. Ну что ж, в любом случае, желаем удачи. Смотрелся ты здорово в воротах, попортил нам нервы и кровь, так что продолжай в том же духе. Спасибо.